Накануне в российской хоккейной суперлиге ЦСКА принимал на своем льду подмосковный «Химик». В течение всех трех периодов команды обменивались результативными атаками. Но в концовке армейцы вышли вперед, а затем и сумели вырвать победу, забросив шайбу в пустые ворота. 5-3 победа ЦСКА. Мы настраиваем команду только на победу и стараемся уже коучить команду, готовить и управлять ей таким образом, чтобы все ребята получали удовлетворение от игры и выкладывались в полной мере.